Очередь за Шумерли. Сегодня в Моногороде обсудили итоги работы и задачи на перспективу. Расставить приоритеты перед местными властями приехал председатель правительства Чувашии. Подробности в следующем материале. Вместо одной нерентабельной котельной возвести 5 блочно-модульных. Реализация этого плана позволит существенно снизить убытки. Просроченные долги за потребленный газ и электричество в муниципалитете превышают 200 миллионов рублей. Навести порядок в сфере ЖКХ администрации Моногорода необходимо в сжатые сроки. Это приоритетная задача. Поддержку местным властям оказывают и в правительстве региона. Взяли сейчас это на себя, завели государственное унитарное предприятие, принимаем риски уже на республику. В 2017 году выделена гарантия, хотя стояли деньги, это тоже вот город должен почувствовать. Но из-за того, что затянули с участками, затянули там с проектированием, отработкой, все это было заменено, деньги на гарантию. Это для нашего уже унитарного предприятия определенные риски, это кредиты, это проценты, это не безвозмездные деньги, это деньги, которые предприятие должно вернуть. Если раньше экономика муниципалитета опиралась на городообразующие предприятия, то сейчас в Моногороде развивается активный и малый бизнес. Только в прошлом году было создано порядка 100 новых рабочих мест. Но все же еще есть куда стремиться. Производственный бизнес здесь развивается. Это и швейные предприятия. Очень хорошо здесь открываются швейные предприятия. Это и фабрика «Борис». Это еще ряд компаний, которые выпускают по франшизе модную одежду, детскую модную одежду. Это вот и здесь малые предприятия, это и производители окон, дверей, я имею в виду пластиковых. Поэтому бизнес развивается, но не сказать, что темпами, которые могли бы удовлетворить. Не менее важная задача – развитие городской среды. В муниципалитете продолжат благоустраивать парки, дворы, ремонтировать проблемные участки дорог. В перспективе намечено и строительство детского сада. Нужно смелее участвовать вот в различных вот этих проектах и программах. Да? Здесь, конечно, необходимо софинансирование. Конечно же, нужна разработка проектно-сметной документации. У нас есть возможности, конечно, не без проблем. Да? И мы будем активно участвовать в этих проектах. Сейчас у нас в разработке находятся 2 проекта. Вот, конечно же, мы постараемся их реализовать и, конечно же, получить дополнительные деньги и из республики. Иван Моторин отметил, что у Моногорода неплохие перспективы. Сейчас все зависит от грамотно выстроенной стратегии властей. Чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы, председатель Кабмина рекомендовал главам муниципалитета почаще проводить горячие линии с местными жителями. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.